Всем привет, с вами Краниум, и сегодня я хочу рассказать вам о замечательном короткометражном фильме под названием «Открытка». После того, как я его видел, я сразу решил, что обязательно поделюсь своим мнением о нем. Несмотря на то, что он длится всего лишь 7 минут, найти его очень просто. Внизу под этим видео я оставлю ссылку на YouTube-канал, где есть этот фильм, либо же просто вбейте в гугле «Открытка короткометражный фильм». Фильм прекрасно подтверждает отсутствие смысла в любых наших волнениях, беспокойствах, переживаниях. Беспокойство – это всего лишь плод нашего воображения. Только мы сами решаем, когда нам беспокоиться, а когда не беспокоиться. Пользуясь случаем, хочу посоветовать прекрасную книгу одного из лучших менторов современности Дейла Карнеги. Книга под названием «Как перестать беспокоиться и начать жить». Я уже практически заканчиваю ее. Не знаю почему, но эта книга меня очень долгое время обходила стороной. Сейчас я до нее добрался, и я просто балдею от каждого ее слова. Возьмите свою жизнь в руки и решайте, что вам делать, беспокоиться или не беспокоиться. Ну и посмотрите, пожалуйста, фильм. Вы получите удовольствие, огромное удовольствие, всего лишь за 7 минут. Часто обычные короткометражные фильмы запоминаются намного больше, чем длительные, скучные, обыденные сериалы длительностью более нескольких сотен часов. Если понравилось, обязательно напишите об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет более приятно записывать вам новые видео. Всем пока, с вами был Краниум.